Дача досталась Наталье Семеновне совершенно неожиданно и при этом безвозмездно, то есть даром. Причем была она дачей в классическом понимании этого слова. Не полигон для выращивания картошки и прочих овощей, а именно место для отдыха. Аккуратный домик на две комнаты, кухонная пристройка с баллонным газом и водопроводом, подведенным к кухонной раковине. Дворик, замощенный плиткой, беседка со столом и лавками, мангал под навесом, небольшой сарайчик с запасом дров, травяной газон, клумба с цветами, несколько деревьев, кусты малины и смородины, разросшиеся без хозяйского присмотра. Купил эту дачу ее зять Игорь, серьезный бизнесмен, практически новый русский, хотя этот ярлык уже устарел и уверенно уходил в прошлое. Ее дочка Лариса вышла за него замуж два года назад, когда ей едва исполнилось двадцать. Ему перевалило за тридцатник. Он имел твердый бизнес, был богат и крут, но при этом держал себя не нагло. Ларису любил, тещу уважал. Дача эта принадлежала его другу и партнеру по бизнесу Виталику. Он купил на этом месте хату-развалюху, облагородил землю, построил домик, но приезжать мог только изредка, для пикников с шашлыками на природе. Во время одного такого пикника, когда Игорь и Виталик с женами расслаблялись под бочонок немецкого пива и свежепожаренные шашлыки, Виталик вскользь между делом обронил, что хочет эту дачу продать. «А нафига она нужна? Приезжаем раз в месяц летом. Тут зарастает все. Следить надо. А кто будет?» «Томке это не в кайф», а теща спит и видит, чтоб ее сюда запустили. — Так что не запускаешь? — лениво спросил Игорь. — А ну ее! Это ж огородный маньяк! Она тут все перекопает, картошкой с огурцами засадит. А тебе-то что? А то, что она начнет нас напрягать, чтобы отвезли, привезли, да на выходных копали, да за саженцами в другой район съездили. Не, ну его нафиг. Лучше продам с глаз долой. Подошли жены, присели к столу. «Ох, здорово тут у вас! Природа, воздух!» — мечтательно произнесла Лариска. «А Виталька продавать хочет!» — зевнул Игорь. «Да ты что! Такая красотища! А ты продавать?» В общем, к концу отдыха, между делом и пустым трепом, мужики заключили устную сделку о продаже дачи с хорошей дружеской скидкой. Лариска тешилась новой игрушкой ровно один летний сезон. Потом забеременела, и ей стало не до этого. Игорь пожал плечами и предложил подарить поместье теще, чтоб не пропадало. Наталья Семеновна отнеслась к подарку вначале скептически. Думала, что это нечто вроде фазенды из девяностых. Но, побывав на месте, осталась в полном восторге. Она не принадлежала к племени огородниц, с утра до вечера вкалывающих на своих участках, а любила покой, тишину, цветы, книжку в гамаке под деревьями. Как раз то, чего она была лишена в городской квартире и могла получить здесь. Дачный поселок находился недалеко от города, по линии электрички, и делился на две части. Налево от станции с базарчиком и магазином шли именно фазенды с убогими домиками и обширными огородами, а справа – небольшой массив, таких же, как у нее, дач для отдыха. Огородники приносили на базар выращенные ими овощи, а дачники с элитного поселка охотно их покупали ко всеобщему удовлетворению. Наступила весна. И Наталья Семеновна в первые теплые выходные собралась в поместье осмотреться, прибраться и просто отдохнуть от городской суеты. Захватила немного еды, по приезде прикупила полкило чудесного творога и баночку твердой, как масло сметаны. В первый день немного прибралась, посадила привезенные с собой цветы, отлично выспалась, несмотря на прохладу и стылый дом. А потом... Просто валялась на диване с книжкой, пила кофе и ела домашний творог со сметаной. Приехала домой в полном восторге, поделилась с приятельницами в соцсетях и родственниками и стала с нетерпением ждать следующих выходных. В четверг неожиданно позвонила Люся, довольно дальняя родственница, с которой они общались нечасто, от случая к случаю. Натка, привет! Я тут в одноклассниках твое фото увидела на даче. Это правда твоя? Слушай, классная дачка. Откуда такая? Зять подарил, — гордо ответила Наталья. Вот это зять, — восхищенно протянула Люся. Где бы мне такого взять? — добавила в рифму. Слушай, а ты когда опять туда собираешься? Да на выходных, наверное. Так, может, в гости пригласишь на шашлычки? так хочется на природе попировать, а то в городе задыхаюсь уже. У тебя там мангал есть, я видела. Мы с Юркой мясо замаринуем, посидим, как бывало. Что скажешь? Конечно, давайте, в субботу с утра. Сделанным энтузиазмом откликнулась Ната. А как к тебе добираться? Обрадовалась Люся. Можем утром на вокзале встретиться, часов в восемь. Там электрички постоянно туда-сюда. Ну и отлично. Конечно, необязательная Люся опоздала, и Наталье пришлось ждать ее больше получаса. Всю дорогу она трещала, не останавливаясь, а ее муж сидел сычом, уткнувшись в смартфон, словно подросток. Так же шумно она себя вела и на даче. Восторгалась чистым воздухом, мягкой травкой, чириканьем воробьев и прочими дачными прелестями. Взялись за разжигание мангала, при этом выяснилось, что Юра этим заниматься не умеет и не хочет. Он выложил на стол мясо в пластмассовом контейнере, поставил на стол бутылку водки, буханку хлеба, литровую банку с солеными огурцами, разлил водку по рюмкам, вопросительно посмотрел на женщин. Те пить отказались, и он, нисколько не смущаясь, выпил сам, смачно хрустнул огурчиком и налил себе еще всем видом показывая, что он приехал сюда отдыхать, а не работать. Ната с Люсей натаскали дров, благо запас в сарае имелся приличный, и поленья были сухие. Кое-как разожгли костер, стали ждать, когда прогорит. Юра, а половине в бутылку, тоже включился в работу, нанизал мясо на шампуры, и потом, когда образовались угли, и пожарил, не забывая время от времени подходить к столу наливать себе и опрокидывать новые стопки. Люся выпила буквально две маленьких рюмочки и чуть ли не силой заставила хозяйку сделать то же самое. Юра, выпивший бутылку 0,7 практически в одно горло, начал засыпать буквально за столом, а потом, зайдя предварительно в деревянное строение на отшибе и не помыв после этого рук, забрел в дом и завалился на диван, на застеленную покрывалом постель, где спала Наталья. Других спальных мест в доме не было. Ей пришлось с гудящей головой, она в обычное время не пила ничего крепче кофе, сидеть за столом во дворе и слушать Люсину трескотню, чувствуя, как наливаются чугуном виски, ждать, когда проснется ее муж, и они, наконец, уберутся во свояси. В конце концов, она выпроводила дорогих гостей на электричку, открыла все окна и двери, чтобы выветрить запах перегара, оставленный Люськиным мужем, стянула с дивана покрывала и постель, развесила их во дворе, расстелила запасной комплект и провалилась в тяжелый сон. Проснулась рано, еще до рассвета, ворочалась, не могла заснуть, заварила чай, хотела позавтракать, но обнаружила, что гости увезли сметану с творогом и недоеденный шашлык разозлилась еще больше. С трудом отмыла засохшие шампуры, собрала и вымыла грязную посуду, прибрала стол. Да уж отдохнула так отдохнула. Остаток утра провела в полудреме и днем пораньше уехала домой, чтобы принять ванну, очиститься и отоспаться. Началась новая неделя, и во вторник опять позвонила Люся. Классно посидели на выходных. Затараторила она снова, просто замечательно. А мне показалось, что Юра твой скучал, съязвила Ната. Тану его, Юру. Мужик, что с него взять? Культурного отдыха не понимает, только бы нажраться и спать. Не поеду никуда, говорит. Только Ната собиралась облегченно вздохнуть, как Люся снова затараторила. Ну и пусть не едет, пусть дома футбол свой смотрит, а мы лучше Таньку возьмем. Девичник устроим. Я, Люсь, не знаю, может, еще не поеду никуда на выходных. По дому работы много, да и отдохнуть надо, тонко намекнула Наталья. Вот и отдохнем, как положено, припечатала Люся. Шашлыки затевать не будем, лучше тортик возьмем. А как Танька-то поедет, у нее же дети, уже сдаваясь, уцепилась за последнюю надежду Ната молча, с матерью оставит и все. Ты сама поезжай, как тебе удобно, а мы прямо к тебе нагрянем». В этот раз субботний отдых оказался еще более тяжелым. Храпящих пьяных мужиков не было, но зато была их младшая приятельница Танька со своими детьми, десятилетним Владиком и шестилетней Юлей. Как и следовало ожидать, Танина мама с внуками сидеть в выходной отказалась категорически и они приехали всем кагалам. Дети были шумные, своенравные и совершенно невоспитанные. Они носились по газону, вытаптывали и рвали цветы, визжали и орали. Потом Вадик познакомился с соседом-ровесником, и они ушли к нему на участок. Юля залилась воем, требуя, чтобы мальчики взяли ее с собой. Танька тоже хотела сплавить мелкую на старшего брата, но тот поднял ор не хуже сестры. Когда табор все же убрался во свояси, Ната с ностальгией вспомнила тихо-храпящего Юру, выругалась и принялась восстанавливать разгромленную дачу. Когда уже в сумерках, наслаждаясь тишиной, пила на веранде вечерний чай, в калитку вежливо постучали. Это оказалась бабушка того самого пацана, с которым играл Вадик. Я на минутку, простите, женщина улыбалась, понимающей улыбкой довели вас, я смотрю, гости». «И не говорите», — вздохнула Ната. «Думала, буду на даче отдыхать, а тут такое творится». «И выгнать непрошенных гостей воспитание не позволяет, да?» — заговорщицки улыбнулась соседка. «Точно», — покачала головой Ната. Потом спохватилась. «Да вы заходите, чаю со мной выпьете». «Меня Наталья Семеновна зовут, а я Ольга Давыдовна». Ну раз так, наливайте ваш чай. Есть разговор к вам. Они уселись за стол, и гостья прямо спросила. Так понимаю, вы не прочь избавиться от этих еженедельных визитов. Это, смею вас заверить, только начало. Ваша милая подруга проторила сюда дорогу, и выгнать ее не получится. Ей тут хорошо, а про вас она и не думает. И даже если вы не будете отвечать на ее звонки, она будет приезжать и ломиться в калитку. О боже, ну и перспектива, вздрогнула Ната. Знаю, сама прошла через это. Пришлось немного напрячься, зато теперь ко мне приезжают только изредка, и только те, кого я хочу видеть. Ой, а как вам это удалось? Ната аж подалась вперед. Как удалось? Сейчас расскажу. Есть у меня двоюродный брат, бывший военный. Когда Люся позвонила в следующую среду с планом очередного визита, Ната обломала ее сразу. «Не, в эти выходные не получится». «Почему?» Подруга была в ступоре. «Потому что я уезжаю». «Куда?» – возмутилась Люся, словно Ната уже пригласила ее, а теперь отвиливает. «Куда-куда? По делу. Надо, значит». С пятницы до вторника Наталья не выходила на связь а в среду выставила в профиле фото вместе с серьезным, неулыбчивым мужиком и новый статус – замужем. Ниже помещалось прикрепленное сообщение. «Дорогие друзья, на фото мой муж, Дубровин Павел Степанович. Мы не собираемся бурно отмечать это событие. Извините, банкета не будет. Поздравления можете присылать мне в виде сообщений. О подарках не беспокойтесь. Звонить тоже не нужно». Павел человек не очень общительный, я буду с вами на связи через неделю. А пока у нас медовый месяц в своем имении. Спасибо за понимание. На телефонные звонки Ната не отвечала. Раз в сутки появлялась в сети, сдержанно благодарила за поздравления и опять исчезала. Люся, Танька и другие подруги просто извелись, даже позвонили Нате на работу. Там сухо ответили, что Наталья Семеновна взяла от голы и уехала куда-то за город отдыхать. Надо ли говорить, что в первую же субботу утром у калитки натиного поместья появилась целая делегация? Люся, Танька с детьми и увязавшаяся за ними Лиза еще одна Люсина подруга. Начали стучать, звать Нату, заходить боялись. Во дворе, напротив калитки, сидела внешне спокойная рыжечерная овчарка и тихонько порыкивала, если гости шумели слишком сильно. Вышел из домика мужчина, коренастый, широкоплечий, с военной выправкой и мрачным лицом. Молча уставился на посетителей. «Нам Ната нужна!» С места в карьер заявила Люся. «Где она?» «Спит!» — односложно ответил мужчина. «Спит?» — поразилась Люся. «Она же всегда рано встает!» Устала. Мужчина не отличался красноречием. Но она ведь дома. Можно нам войти? Нет. Как это нет? Опешила Люся. Что значит нет? Кто вы вообще такой, что распоряжаетесь на ее даче? Муж. Она с вечера попросила меня не будить ее, дать отоспаться. В окошке показалась заспанная Наталья. Павлик, кто там шумит? Недовольно спросила она. Гости явились. А, девочки, привет! Я буду досыпать, извините. Все вопросы с Павлом решайте. Она спряталась внутрь и закрыла окно. Ну как же так? Растерялась Люся. Неужели вы нас не впустите? Мы же специально ехали, устали, и дети с нами, мы пить хотим и отдохнуть. А вы договаривались, что приедете? Павел пожал плечами. Мы сегодня никого не ждем. Так что не обессудьте, дамочки. Сейчас, минуту». Он вернулся в дом и вскоре вышел. Подошел к калитке, откинул щеколду. Люся радостно сунулась внутрь, но натолкнулась на решительный собачий взгляд. Павел вышел наружу, прикрыл калитку за собой. Вытащил из карманов два киндер-сюрприза, отдал детям. Отвинтил крышки у бутылки с минералкой, сунул в руки Таньке стопку одноразовых стаканчиков. «Вот, чем можем. Извините, но гостей сегодня мы не ждем. До свидания». В понедельник Ната все-таки взяла трубку и на шквал претензий с Люсиной стороны отстраненно ответила. «Извини, Люся, я писала, предупреждала. Муж у меня нелюдимый, больше всего любит покой, так что в ближайшее время вряд ли увидимся». «Натка, ты что?» Неужели не могла нормального мужика найти, а не этого медведя? Мне подходит. Ната закруглила разговор. Прости, я должна бежать. Постепенно бурное общение заглохло. Наталья на откровенный разговор не шла, да и трубку чаще всего брала не она, а хмурый медведь Павел. На даче также постоянно был он. Похоже, что находился там все время. Она-то только приезжала на выходные. Еще несколько раз подруги пытались пробить ее защиту, а потом махнули рукой, переключившись на более интересные и доступные темы. Спасибо, Павел Степанович, улыбнулась Наталья, вы так здорово справились с задачей, теперь я могу спокойно отдыхать на своей даче, не боясь нашествия навязчивых гостей. Работа такая. Павел, как обычно, был немногословен. Наталья кивнула и, смущаясь, положила на стол несколько банкнот, оговоренный гонорар. Мужчина взял деньги и, не пересчитывая, сунул в карман. Но, «Ну, я пойду, спросил он. Вроде все вопросы решили. Да, да, идите, воскликнула Ната. Но тут же запнулась. То есть... Ну, если все вопросы решили, то конечно. Но не подумайте, что я вас выгоняю. А знаете что? Вдруг подхватилась она. Давайте отметим окончание нашего контракта. Как вы? Да я что? Павел казался немного смущенным, что для него было совершенно нехарактерно. Можно и отметить. Только вы знаете, я не пью, совершенно. Ну так и я не пью. Обрадовалась Ната. Я имела в виду чай с тортиком. Да тут в сельмаге такие тортики. Павел улыбнулся. Значит, шоколадку а Атосу я косточку обещала. Ната погладила собаку, которая завиляла хвостом. «Давайте, я схожу в магазин, а вы меня тут подождете. Или вы спешите?» «Куда нам спешить? Мы у вас тут привыкли уже. Хорошая у вас дача». Павел улыбнулся немного грустно. «И вы хорошая». «Да где уж мне?» – смутилась Ната. «Это вы хороший. Я уже тоже к вам привыкла, честно говоря. Знаете, вот просыпаюсь утром, и первая мысль тревожная. Сейчас опять гости нагрянут, а потом вторая, убаюкивающая. Ничего, Павел с ними разберется. Надеюсь, что теперь они отвыкнут от неожиданных посещений. Сама я никогда не смогу их так здорово отвадить, а вас уже не будет. «Давайте я вам телефон оставлю», — сказал Павел. «Если опять начнут приезжать, я появлюсь с Атосом. Ой, да что вы, неудобно же так, да и денег у меня особо не осталось. Да какие деньги, я просто так приду. Мне будет приятно с вами увидеться. Мне тоже, смущенно сказала Ната. Вдруг на улице послышались голоса, и кажется, стукнула калитка. Женщина вздрогнула, инстинктивно подалась к Павлу, а он также инстинктивно приобнял ее одной рукой. Атос насторожился и слегка зарычал, вытянув шею. Шумные прохожие прошли мимо и удалились, но Ната как-то не спешила отодвигаться от Павла, как и он не спешил убирать руку с ее плеча. «Показалось!» – тихо прошептала она. «А вдруг действительно кто-то придет, а я не смогу прийти быстро? Ну так и не уходи!» – прошептала она, прижимаясь к нему. «Не уйду!» Он обнял ее второй рукой. Теперь жители поселка часто видят эту пару, прогуливающихся под ручку, моложавую женщину с сияющими глазами и крепкого, коренастого, неразговорчивого мужчину. Иногда их сопровождает крупный рыжечерный пес. Они вежливо здороваются с соседями, перекидываются дежурными фразами, но все-таки спешат в свой небольшой домик на ухоженном участке с травяным газоном и цветником. Пока не наступили холода, они будут жить в этом домике, ездить на работу в город ранней электричкой, а верный Атос охранять вверенное ему хозяйство. А зимой все вместе переедут в городскую квартиру.